20 сентября в актовом зале епархиального управления состоялось заседание оргкомитета 27-х всекубанских кирилло-мефодиевских чтений, которое возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. В наших рождественских чтениях, которые здесь, на Кубани, традиционно именуются кирилло-мефодиевскими. Самое главное, чтобы чтения не были некой формальностью. Этого мы в своем служении должны избегать. На заседании присутствовали министры образования Краснодарского края Воробьева Елена Викторовна, представители Департамента внутренней политики администрации края, также руководители секции. Знаете, ответственных координатов в министерстве, мы отработаем с каждым выступающим на своих секциях содержательно. Я очень прошу, чтобы и общая тема, так или иначе, была лейтмотивом каждой секции, чтобы нам удастся в этом году сделать, с одной стороны, вернувшись к традиционному формату, очень интересными чтениями, и в то же время выполнить такую миссию через личность Петра Первого, поговорить и вооружить, наверное, наших педагогов, в том числе и всех, кто работает в социальной сфере, вот таким новым взглядом, который поможет им в своей каждодневной практике, а не просто размышления о сложной исторической личности. На встрече были рассмотрены организационные вопросы, участники обсудили планы, уточнили работу секций и внесли свои предложения. Самые актуальные вопросы, но не просто рассмотрены, не просто обсуждены, но и будут предложены конкретные пути решения для улучшение этой работы. Скажите, пожалуйста, онлайн трансляция будет осуществляться? Да. Люди, которые захотят подсоединиться, смогут это сделать? Мы будем транслировать через YouTube-канал в прямом эфире все от начала и до конца работы чтения. Хорошо. Еще одна особенность, Владыка, мы представим участникам чтений губернаторский грант, который отдел религиозного образования в этом году получил, и средства, которые были направлены, это интерактивные стенды 2, которые уже изготовлены, в настоящее время они сейчас настраиваются, и к чтениям они будут полностью готовы, где можно будет познакомиться с методической базой, литературой, мероприятиями, событиями, даже тоже программу можно в одном сцене подойти, кругом будут QR-коды, все это можно оперативно сканировать и пользоваться. Вот этот проект уже будет, ну, как раз к чтениям был заявлен, он будет выполнен. 27-е всекубанские кирилло-мефодиевские чтения пройдут 20 октября. Чтения давно стали традицией в духовной и интеллектуальной жизни Кубани. Нужно стремиться к тому, чтобы чтения оставили свой добрый след и внесли вклад в нашу просветительскую деятельность.